Ревность и алкоголь могли стать причиной двойного убийства в Актау. Сегодня выяснились подробности страшного преступления. Вчера в одной из квартир многоэтажки в центре города обнаружили тела мужчины и женщины. Как позже выяснилось, еще одна девушка серьезно пострадала. Ей чудом удалось сбежать и спрятаться у соседей до прибытия полиции. Мама ушла на работу рано утром и оставила дверь открытой, чтобы сквозняк был. В один момент сестра будет меня и рассказывает о том, что вот к нам в дом забралась вот эта девушка в нижнем белье. И вот она убежала вот от этого маньяка. И то, что у них там на 8-м этаже убийство произошло. По словам соседей, двойное убийство произошло на съемной квартире. Сначала туда заселилась пара, позже к ним присоединились еще двое. Люди говорят, что конфликт произошел на фоне ревности. Подозреваемый расправился со своей девушкой и якобы ее любовником. А затем на протяжении нескольких часов издевался над спутницей убитого мужчины. Только под утро она смогла сбежать и обратиться к соседям за помощью. Те вызвали полицию. Убийца пытался скрыться. В микрорайоне объявили план-перехват. Досматривали каждую машину. Предполагаемого преступника задержали в тот же день. По горячим следам установлен задержан 28-летний подозреваемый, который доставлен в управление полиции города Актау. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается.